Капитальный ремонт тепломагистрали номер 3, на который выделили более 4 миллиардов тенге, продолжает беспокоить горожан, ведь замена труб запланирована на 2 года. Тем временем специалисты планируют сдать объект в этом году. Однако темиртауцы, живущие в центре города, провели лето полностью отключенные от горячего водоснабжения. Здесь нету первой, второй, третьей причины. Здесь одна причина, связанная с логистикой доставки трубы. В этой связи здесь был, соответственно, законтрактован определенный объем от различных поставщиков. Ну и, к сожалению, вот основной поставщик российский, он дал сбой. И в этой связи есть ряд объективных причин. Ремонтные работы на центральной улице специалисты планируют завершить к концу сентября. Если все пойдет согласно плану, тепло и горячую воду подадут 1 октября, говорит Аким. Если же объект не сдадут в поставленные сроки, будут рассмотрены другие способы обеспечения теплоснабжением центр города. На этой неделе у нас будет поставлено 500 метров трубы, которую мы, соответственно, смонтируем и установим. На следующей неделе еще 600, поскольку это очень социально чувствительный вопрос. На прошлой неделе я встретился с нашими ветеранами, общественными организациями, с представителями общественного совета, с депутатами, и мы их силами организовали общественный контроль для того, чтобы предлагаемые и готовые, подготовленные к приемке участки магистрали были охвачены помимо контроля технического надзора еще и общественным контролем. Общая протяженность труб составляет 6 тысяч метров. На сегодняшний день проложено уже 3650 метров. Прокладку 900-метровой трубы, расположенной под проезжей частью на пересечении улиц, откладывают. Таким образом, подрядчик должен успеть сдать около 1500 метров труб к концу сентября. Юлия Исланова, Арман Абулхасымов и Сергей Баданин. Новости Темиртау.